мабуть, мало кому хочеться бути самотнім у цьому світові. Але якщо вже так сталося, то потрібно знайти можливість для створення повноцінних та довірливих стосунків. Як же не помилитись, знає наша наступна гостя Людмила Чернієнко, директорка та психологиня шлюбної агенції. Я дуже рада вас бачити, пані Людмило. Ми сьогодні будемо говорити про створення повноцінних, довірливих і найголовніше от тих стосунків, от з яких хочеться почати і закінчити уже аж в самому кінці свого життя, так? Тобто такі так. Надійні стосунки, які створюються між людьми і коли це надовго, так? Тож, насправді, зараз є така ситуація у світі, взагалі і в Україні також, коли люди дуже швидко можуть розлучатися, коли вони можуть взагалі не знаходити один одного, бо, можливо, так світ змінився. Багато хто зараз почувається одиноко, сидить у своїй роботі, сидить у самотньому середовищі і немає можливості знайти собі пару. Так от, як же це краще зробити? Я думаю, що ви вже з досвідом знаєте ті правила, за якими потрібно все це робити, як потрібно орієнтуватися на того чоловіка чи на ту жінку, яка буде вам у майбутньому опорою. Добрий день. Да, на сьогоднішній день це проблема номер один, коли люди живуть в одиночестві, в гордому одиночестві і хотіли би устроити свою особисту життя, створити сім'ю, но не всегда это получается очень хорошо и очень, очень долговечно, я бы сказала. Ну, з чого вам начать розказувати? Ну, от розкажіть, як потрібно обирати ту людину, яка насправді буде для вас особливою, тільки для вас. Бо перше – це помилка у виборі. От вона, мабуть, зіграє оту погану роль, коли люди починають вже у майбутньому дивитись і розуміти, що ну, це неправильно було. Я не на те дивився, я не на риси характеру звертав увагу, а можливо на щось інше. Так? Ну, тобто на сам початок людина неправильно зробила свій вибір. От як його робити? Ой, вы знаете, ну, наверное, для этого и существуют вот такие агентства, как у меня, да, которым уже 20 лет почти, вот, и которые не просто работают как свахи, знаете, вот познакомила и все, да, вот, а подбирают настолько правильно, настолько верно, чтобы люди остались действительно на долгие-долгие годы вместе. Значит, что для этого надо? Ну, прежде всего, иметь желание, сумасшедшее желание. Если ко мне приходит человек и говорит, да, я еще не готова или не готова, но пришел уже ко мне, я говорю, я с такими людьми не работаю. Если вы действительно готовы и хотите, вот тогда давайте начинать. А что, вот так не можно, если еще пока еще сумнівы есть? Людина думает. Вы знаете, ну пусть думает где-то, когда-то. А если уже человек пришел в агентство, здесь уже надо действовать, понимаете? И действительно, ко мне вот на протяжении многих-многих лет приходят именно те люди, которые уже готовы создать семью. А, тобто если... лише да. родину, да. для створення да. родини, так? Да. Це не просто да. для якихось нет, там нет. короткочасних стосунків, позустрічалися, там, так, поїхали, відпочили. Ні, так, для того, щоб створити Только, повноцінну да, да, сім'ю. Да, сім'ю, тому що дуже багато на сьогоднішній день, я хочу вам сказати, навіть по статистиці, якщо до 2015 року була цифра одна, бажаючих створити сім'ю, то с 2015 года эта цифра уменьшилась в 6 раз. Это не по... хочут? А чему? Как вы думаете? Потому что очень многие вообще, вот средний возраст, молодежь и средний возраст уехали из страны, это первое. Во-вторых, война. В-третьих, экономика наша, к сожалению, к большому. В-четвертых, закрытые заводы, повышается безработица. И люди мигрируют, уезжают из страны для того, чтобы... но обеспечить себе будущее.
Вот. І в зв'язку з цим, да, от статистика вещь упряма. Те, що стосується саме нашого міста, так, це ми зараз говоримо про Дніпро, так? Можливо, в інших регіонах, але статистика все одно, вона ж, якщо відображається у Дніпрі, то вона, мабуть, приблизно такою є і в Києві. Це Україна, да, поэтому здесь мы не будем говорить, мы сейчас говорим Днепр и Днепропетровская область. Вот. Ну и для того, чтобы создалась нормальная семья, для этого я уже сказала, во-первых, желание иметь, во-вторых, надо, чтобы люди хотели, понимали друг друга, уважали, и чтобы было взаимопонимание. Если его нет между двумя людьми, тут уже ничем не поможешь. Ну, для того, чтобы выбор был правильный, вот когда ко мне приходят люди, я, если это женщина, к примеру, или мужчина, наоборот, неважно, и мы когда открываем каталог, я по каждому человеку могу сказать, кто он, что он, чем увлекается, чем занимается, даже черты характера. Угу. Вот. Некоторые девушки говорят, а я хочу блондина с голубыми глазами, а чтобы метр был до двух, чтобы рост был до двух метров и так далее. Я говорю, это для тебя главное на сегодняшний день? Если это главное, будем искать тебе блондина с голубыми глазами. Так вот, чи зможе вона з ним жити потім, так, після життя? Да, 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 да. Вот. Ну вот, вот так вот. И поэтому мы сидим, разбираем, подбираем, меняем. Ну, добре, пані Людмила, от з вашим досвідом вже прийшло, мабуть, розуміння, що потрібно для того, щоб обирати собі чи чоловіка, чи жінку, так? Угу. Ну, от, як ви кажете, такі запити блондин з блакитними очима, наприклад, так? Чи там мені хочеться брюнетку там з довгим волоссям, наприклад, так? То якраз ось такі запити, чи вони працюють, чи це хибні зовсім запити, і вони не підходять для створення родини? Ну, это человек, который еще, я считаю, что, ну, или не прошел ту школу жизненную, когда уже были блондины с голубыми глазами, ничего не получилось, или еще просто не готов. Это, конечно, ну, каждому свое, но тем не менее. Поэтому стараемся подорвать, конечно, человека, чтобы смотришь по характеру, какой пришел человек, что он хочет, что для него главное. А те, которые уже приходят, знаете, вот целеустремленно направлены, те уже знают четко, что я вот хочу вот то-то, то-то, то-то. И тогда среди наших людей выбираем то, что ему надо. Пані Людмила, ну от якщо ми можемо зараз порадити нашим глядачам все, що потрібно для правильного вибору свого майбутнього чоловіка чи жінки, то нам потрібно знати, перше, на що треба орієнтуватися. От ми візьмемо папірець, наприклад, так, і пишемо. Перше, значить, що мені потрібно? От ви кажете там, наприклад, зовнішність. Потрібна зовнішність? Потрібна. Потрібна. Так, на зовнішність ми звертаємо увагу. Да, значить, ми пишемо приблизно, яка може бути зовнішність у тієї людини, яка нам в майбутньому стане у нагоді. А потім нанізуємо, що ще має бути головне у чоловіка, для того, щоб дійсно... Так, що далі? Зовнішність, ну, добре, зовнішність. Так, характер. Да. Це важливо. А як же, обов'язково. Без характеру ніяк. Да. Значить, характер треба дивитися, відштовхуватись, мабуть, від ваших особистостей характеру, так? Хто ви, чим ви займаєтесь, і насправді, які, можливо, там, риси характеру вам притаманні, бо, може, ви в якійсь ситуації можете різко відповісти, так? А тій людині не сподобається. Або, навпаки, ви дуже повільно щось робите і будете таким чином дуже погано впливати на вашу половинку. Может быть и так. Да, все может быть. Поэтому, вы знаете, ко мне однажды пришел мужчина, 60-летний, умничка такой, очень интересный человек. Вот. И когда в графе, какую я хочу женщину, он написал, он посмотрел на меня так внимательно и написал только одно слово – мудрую. Угу. Мудрую. То есть это та женщина, которая, когда надо, будет говорить, когда надо, она промолчит, когда надо, она будет не только женой, но еще и другом, и опорой, той опорой, на которую можно действительно рассчитывать в любых ситуациях жизненных, которые могут возникать.
Ну і як він знайшов таку мудру жінку собі? Звісно, звісно, знайшов. Ну, знайшли вместе. Знайшли разом, бачите? А чому так от стається, що переважно уся більшість людей обирає собі якийсь тип? І цей тип чоловіка, наприклад, ну жінки, так, обирають собі тип чоловіка переважно однаковий. От вже ж помилилися, вже один раз був вибір, так, знайшла собі чоловіка, не склалося, знову обирає тих самих. Чому так стається по життю, чи ви помітили ось таке? Ви знаєте, це називається наступати на ті ж граблі. Если раз не повезло, и ты вот знаешь, что у тебя вот ну, то-то, то-то, то-то. Значит, ну, здесь еще я вам хочу сказать, я работаю не просто как сваха, но еще как психолог. Так. Поэтому, когда человек приходит ко мне, кто бы ни был, 20 ему лет, 30, 70 или даже 80, потому что у меня разбег от 18 до 80 лет ко мне приходят люди. И у 80 років теж люди знаходят себе счастье. Да, и даже у меня был один академик, который пришел в 90 лет. Ничего себе. Он прекрасно выглядел, ему больше 70 в жизни не дашь. Подвижный, энергичный, бодренький такой, знаете. Вот. И да, ему тоже подобрали то, что он хотел, вот именно. Да, и он сейчас счастливый и живет? Да. Да, да. Бачите, как добре. Да, 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 Юленька. И поэтому, вы знаете, здесь ну, нет одного рецепта для всех, я вам честно говорю. Поэтому с одним работаешь так, с другим иначе, с третьим еще иначе. Но с каждым, каждому нужен именно вот тот совет и та помощь, который он действительно хочет. Получить, ну, кажуть, ви в житті отримуєте те, на що ви заслуговуєте. Це правда? Ну, і да, і ні. І да, і ні. Тому що чоловік, який розумний, який хоче бути щасливим, він старається бути їм. А старається – це значить что-то почитать, что-то изучить, что-то посмотреть, как говорят, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Поэтому, если человек хочет, то он старается измениться и быть, найти свои ошибки. Ну, конечно, во многом мы работаем вместе, и поэтому бывают разные случаи. Бывают даже такие, вот как у меня был случай. Пара, пришел молодой человек, очень высокий ростом, симпатичный, но он хотел только маленькую девочку. Миниатюрную. Вот. Мы подобрали то, что он хотел. У них состоялась и свадьба, и ребенок родился, девочка родилась чудесная. Но там эта жена не ладила со свекровью. Причем как? Они жили совершенно отдельно. А свекровь жила рядом. Но она старалась прийти, помочь там, ну, в силу того, что ребенок маленький. Вот. Но это невестке не понравилось. Вот она забрала ребенка и ушла из семьи. И приходит этот молодой человек опять ко мне и говорит, давайте искать, значит, новую мне жену. Я говорю, что случилось? Вот то-то, то-то, то-то. Я говорю, хорошо, ты ее любишь? Да, очень. А ребенка? Ой, вообще. И поэтому я не заинтересована была в том, чтобы ему снова подбирать новую жену, тем более, что ну, не получилось у человека, значит, надо разобраться. Я говорю, так, я говорю, давай сюда, будем разбираться вместе. И, конечно же, когда мы стали все по полочкам раскладывать, и то, первое, второе, и как вернуть все назад, вот, мы нашли точки соприкосновения, он стал ездить с подарками к дочке, к жене, но она ушла к родителям своим. Вот. И закончилось тем, что опять семья воссоединилась и живут прекрасно. Да. От, бачите, это главное. Так, бачите, скільки може бути варіантів для створення і потім підтримання тих стосунків. Так? Да, не розірвання, да, вже, да, шлюбу вже до кінця, коли все, конечно, а розібратися, конечно, в ситуації, конечно, і допомогти людям, ну це справді дуже добре. А от я знаю, що ви підтримуєте стосунки вже з тими людьми, яким, да, допомогли. Да. І так протягом їхнього життя так подеколи цікавитись, як же в них справи. Обязательно, обязательно. І вони самі мені дзвонять, навіть, ви знаєте, дзвонять, і ми вместе радуємося тому хорошому, що відбувається в їх житті. І тому, коли я прихожу там з отчетами в налогову, инспекцию, в пенсионный фонд там, или еще куда-то, в какие-то организации. И когда меня со спины обнимает кто-то, я поворачиваю голову, это уже, конечно, мои люди, которые... И когда тебе говорят, что, вы знаете, Людмила Андреевна,
Вот сколько мы живем с мужем, а живут уже не первый год, я вспоминаю вас только добрым словом, что вы нашли мне такого хорошего мужа. Пані Людмила, а якщо, наприклад, люди, ну це добре, якщо є агенції і люди можуть їм довіряти, так? Але ж можна потрапити і на такі серйозні неприємності. От я про них трошки хотіла можна поговорити, бо зараз у нас час багато дуже злодіїв, ми знаємо про це, особливо у цій справі. Коли жінка чи чоловік, наприклад, шукають собі другу половинку, ну, куди звертаються зараз? Це інтернет, так? Да, і да, в інтернеті починають шукати, хто ж там, як, і можна потрапити, uh-huh, насправді на різні, нібито, на перший погляд, непогані агенції, так? Ось розкажіть, може якось треба перевіряти, чи може у вас є вже досвід, як ставитись взагалі до такої ситуації? Бо це ж, ну, добре, якщо потрапили і все склалось нормально, а якщо ні? Ви знаєте, що я, коли відкривала своє агентство, люди как-то очень настороженно относились. Ну, 20 лет назад, вы же понимаете, это, в принципе, еще было как-то не очень распространено. Вот. И они как-то, вот они даже приходили, со мной советовали, спрашивали, а вот, может быть, вы возьмете деньги, может быть, вы, значит, ничего не сделаете, только, значит, исчезнете или еще что-то. Я говорю, ну, это ваше право. Или вы доверяете, мы начинаем работать, или, значит, угу, можете решать дальше, как вы посчитаете нужно. Так вот, я вам хочу сказать, что когда появились сайты, вот эти бесплатные сайты знакомств, все кинулись туда. Мой внук, которому 28 лет, он говорит: бабушка, к тебе приходят уже те, которые наигрались на сайтах знакомств, тогда приходят к тебе. Значит, сегодня ситуация такова. Сегодня агентству доверяют больше, чем сайтам знакомств. Очень много случаев было таких, когда ко мне приходили женщины, да вот даже в декабре, вот, угу, этого года, женщина одна пришла и говорит: вы знаете, на сайте познакомилась, вроде мужчина нормальный, все, но, говорит, маньяк. Ничего я себе. Говорит, еле-еле от него ноги унесла, я уже и по-хорошему, уже и так, и так, и так. Вот. Вскоре после этой дамы пришли еще две. Одна из Запорожья, другая из Днепропетровска, подружки. Но перепуганные до такой степени, что вам не передать. Вот. И, ой, это не говорите, это не пишите, а это то-то-то. Ну, понятно, что попали в не очень хорошую ситуацию. Я просто не хочу здесь, угу, рассказывать, угу, все. Угу. Вот. И таких случаев был не единожды. Особенно на сайтах знакомств ищут очень обеспеченных дам. И тогда начинается вот эта вот карусель с тем, чтобы как-то... Да, познайомитесь, а потом можно, да, 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 от, забрать, да, все вот гроши. Вот в чем разница? Я не хочу сказать, что на сайтах знакомств нельзя найти нормального человека. Я не могу это сказать. Почему? Потому что я знаю, что вот такие пары, которые находили друг друга через сайты знакомств, и живут много лет, и дети у них, и все нормально. Угу. Но это надо перелопатить, я не знаю, сколько. 10 тысяч, больше. Пані Людмила, а от де гарантія, що ті люди, які прийдуть, ви їх, як ви їх перевіряєте? Никак. Ко мне не приходят они. Ну, не приходят. Вы знаете, когда говоришь, что вот на протяжении сколько лет, ну, чего он ко мне придет? Ко мне нужно прийти с паспортом обязательно, угу, для заключения договора. Да. То есть у меня остаются эти следы. Я первая, единственная в городе, Днепропетровске, когда открыла агентство, я стала брать эти паспортные данные. На всякий случай, пожарный. Потому что я понимала, что если человек пришел кому-то на чай, на кофе, на чашку, угу, кто-то кого-то куда-то пригласил, мало ли что может случиться, чтобы у меня какие-то следы остались. Ну, зрозуміло. И, угу, поэтому, когда у меня такая была клиентка, которая прибежала ко мне, вся взбаламушенная, говорит: что такое, Людмила Андреевна, во всех агентствах, где я стою, никто у меня ничего не спрашивает. Спросили имя, спросили, значит, телефон, сколько мне лет, и все. А вам, значит, и то, и это, и пятое, и 25-е, все вам надо, еще и паспортные данные. Я говорю, да, с паспортными данными я никуда не пойду. Дальше того, что они у меня останутся храниться в архиве, если вы выйдете замуж. Вот. И поэтому не приходят ко мне эта категория, угу, людей вообще. Я же говорю, с паспортом прийти, с оплатой. Пані Людмила, ну, да, дивіться, якщо, наприклад, да, ну, зараз дуже багато різних мереж, так, і ми це все знаємо, там, і сайтів, і всього решта.
І навіть сподобався хтось вам, наприклад, так? І знайти щось, і десь мати якусь гарантію, це насправді дуже складна така ситуація, от, в якій треба поваритись, і треба вже потім сортувати і розуміти, хто ж перед вами є. Так? З таким досвідом, як у вас це вийшло, у вас дуже непогано, ви вже людей бачите, тим більше маєте психологічні навички, які вам допомагають, звичайно, ж розібратися. Звісно. Але ось наостанок хочеться, щоб ви порадили все ж людям, які тільки-но збираються отримати добрі стосунки, добрі, і можуть потрапити на гачок, попередити. Просто, чи можете ви зараз дати поради? Значить, да. Будь ласка. Во-первых, вот когда вы знакомитесь с молодым человеком, я имею в виду женщин больше, потому что, ну, среди женщин, не знаю, я не слышала, может быть, и есть, конечно, тоже неблагополучные, но большинство мужчин, конечно, этим грешат. Поэтому, когда вы знакомитесь, ни в коем случае нельзя приглашать сразу человека в свою квартиру, в свое жилье, давать ему свой адрес, рассказывать там о тех, допустим, что у вас есть там, я имею ценности. В виду ценности, да, что там у нас, что там у вас есть, что там, вот, поэтому очень-очень осторожно. Встретились, повстречались, пообщались, посмотрели друг на друга. Хотя, опять-таки, есть практики, я ничего не могу придумать. У меня была клиентка, очень обеспеченная дама, разошлась с мужем, и мы с ней подбирали мужчину, но потом оказалось, что она уже настолько устала замужем быть, что она ей нравилось, что за ней ухаживают, что они встречаются, общаются. Вот. И она, когда ушла от меня, она записалась на сайт знакомств «Мамба», знаменитый этот. Вот. И вдруг она прибегает ко мне, прибегает и говорит: «Вы представляете, я оставила только свое имя, я оставила только свой телефон». И, значит, познакомился там обалденный мужчина. Ну, во всех отношениях, как Пугачева пела, настоящий полковник. Вот. И говорит: «Вы знаете, мы буквально на второй, на третий раз, он мне говорит, у тебя, значит, такое-то предприятие, у тебя столько-то недвижимости в городе, ты занимаешься тем-то, тем-то, тем-то». И она, когда все это услышала, в общем, все о себе, только с другой стороны. Да. Вот. Она, конечно, обратилась к своему мужу, с которым они разошлись. Они подстраховались, чтобы это как-то обезопасить, свое имущество и прочее. Вот. И она, конечно, уже больше по сайтам знакомств не знакомилась. Ой, пані Людмила, так завершуємо на такій ноті, але ж треба попередити, аніж потім гірко плакати. Оце правильно, мені здається, краще так, да. Нехай буде. Треба спочатку знати і бути впевненим, да. Що ось тут якраз не буде ніяких проблем. Ви зможете познайомитись, і треба дуже обережно це робити. Дуже обережно. Звісно. Якщо ви кудись йдете, то треба сказати вашим родичам, вашим близьким, куди ви йдете, з ким ви йдете, де у вас буде зустріч, і чим це потім може обернутися для вас. Конечно, дуже добре, що ми про це сказали сьогодні, нагадали і попередили. Я вам дякую за ту участь, яка є у вашому житті, що ви так ось дуже добре ставитесь до усіх людей, які приходять і до вас, і зараз до наших глядачів. Так? Я сподіваюся, що люди будуть щасливими, що вони знайдуть свою половинку, особливо ті, кому це дуже-дуже потрібно і необхідно. Ну, а вас ми запрошуємо ще до нашої студії. Спасибо. Так, і зустрінемось вже з глядачами за декілька хвилин.